Экономить 8 рублей на каждой поездке сегодня можно, если рассчитываться за проезд смартфоном. Акция действует с 1 марта. За два весенних месяца число платежей с помощью телефона в автобусах, троллейбусах и трамваях выросло в 4,5 раза. Более 5 миллионов рублей уже сэкономили жители и гости Хабаровского края, оплачивая поездки картами МИР, загруженными в смартфон. И представьте, это данные только за март и апрель этого года. И уверена, до конца акции, до конца июня, еще многие жители успеют воспользоваться возможностью оплатить проезд со скидкой. Чтобы воспользоваться скидкой, нужно привязать свою карту МИР любого банка к телефону. Для этого смартфон должен работать на операционной системе Android и иметь модуль NFC. Дальше все просто. Нужно установить приложение МИРПэй и добавить в него свою карту МИР. Для этого сканируется карта или ее номер вводится вручную. Активируйте это приложение как основное платежное средство. После этого вы можете оплачивать телефоном. Для оплаты достаточно просто разблокировать телефон и поднести его к платежному терминалу. Больше ничего делать не требуется. При расчете смартфоном валидатор выбивает чек на полную сумму, например, на 33 рубля. При этом на телефон приходит сообщение из банка, в котором видно, что оплата прошла со скидкой и со счета снялось 25 рублей. Я езжу на общественном транспорте с работы до дома и с дома до работы и оплачиваю в общественном транспорте только телефоном. Я посчитала, что с марта месяца экономия по 8 рублей с каждой поездки за 3-4 месяца, это где-то примерно, ну, больше 1000 рублей я экономлю. Пользуясь этой услугой, я экономлю каждый раз на поездке, на работу, на дачу. Это существенная помощь нам, пенсионерам. Если у вас возникли вопросы по оплате проезда с помощью смартфона, звоните по телефону 8 800 154 64. Акция от Национальной платежной системы МИР будет действовать в Хабаровском крае до 30 июня. Наталья Чернышова, Степан Крокус. Смотри Хабаровск.